Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни. Сегодня продолжим тему счастья и поговорим о том, как быть счастливым. Это моя главная тема, о которой я рассказываю, потому что счастье – это и есть момент сейчас, то есть когда человек находится в настоящем времени. И вот мы во многом видим, что люди рекламируют счастье как покупку каких-то ценностей, там, повышение статусности или какие-то семейные отношения. Но на самом деле зачастую человек просто даже не замечает, что жизнь протекает мимо него. То есть он этого счастья и не видит, то есть он не находится в настоящем времени. А живет просто как биоробот, то есть выполняя определенные действия по программе. И вот эти программы, они у каждого человека, ну, во многом сходны. Да, есть, конечно же, и отличия, безусловно, иначе бы вы были совсем похожи на роботов. Но в данном случае есть отличия. Но есть очень много схожих программ. И эти программы закладываются на самом деле нам, или, можно сказать, уже заложены. И вот цель эти программы рассмотреть, то есть понять, какие же программы в нас заложены. И вот как раз, когда я провожу процессинг, это процесс, который помогает эти программы понять, то есть что такое процессинг. То есть у нас есть процессы, и мы эти процессы должны рассмотреть. То есть какой процесс? Например, процесс, к примеру, поступления на работу. Это тоже процесс, или там создание бизнеса. И мы смотрим, а как это на нас влияет, и нужно ли нам это. Самое важное, чтобы у человека была свобода выбора. То есть робот, он действует по программе. Но человек в данном случае, можно сказать, конечно же, похож в чем-то на биоробота, но у него все равно есть определенная свобода выбора. То есть имеется в виду, какие процессы применять, а какие нет. То есть он некоторые процессы может, скажем так, использовать, а некоторые нет. Но бывает такое же, замечали, что некоторые процессы происходят так с вами, что вы даже не можете их остановить. Какие-то эмоции вдруг появляются, такое состояние, а, я не могу этого сделать, или наоборот, очень сильный гнев, такая напыщенность, да, я должен это сделать. То есть бывает у человека, что эмоции возобладают. И это все идет из ума. В уме огромное количество записей этих вещей, которые накопились и, по сути, мешают человеку быть сейчас, в сейчасти. И эти процессы, они настолько переполняют ум, что человек действительно не живет своей жизнью. Он живет просто как, можно сказать, неосознанно. То есть вот получил процесс, получил команду и делает. И даже не осознает, зачем он это делает. А моя же цель – это помочь себе, другим людям осознать эти процессы и использовать только те, которые по-настоящему человеку нужны. Поэтому просто попробуйте посидеть вот так наедине и посмотреть, а какие процессы у вас уже запущены. То есть, что вы хотите делать, что не хотите. Просто побудьте наедине с самим собой вот в таком состоянии медитации и посмотрите на это. И вы увидите на самом деле, что очень много есть процессов, которые, по сути, лишние, которые больше вам не нужны. И эти процессы постепенно можно остановить. То есть, как мы это делаем? Мы возвращаемся в прошлое и находим моменты, когда эти процессы были запущены. То есть, когда было принято, по сути, неосознанное решение запустить этот процесс. И таким образом мы этот инцидент проходим, может быть, не один раз, а множество раз, сколько необходимо. И тогда, когда мы оттуда все, скажем так, вычистили, что было там ненужное, да, всю шелуху, всю пыль, то это становится кристально ясным, как был процесс запущен и почему. Тогда мы можем его остановить, потому что сознание может все. И в данном случае я говорю о процессах как о повышении уровня осознанности. Потому что когда мы видим, что происходит в нашем уме, в нашем сознании, то мы гораздо лучше можем выживать в этой жизни. То есть мы не действуем уже просто на основе стимул-реакции. Запустили процесс и погнали. Нет, мы действуем осознанно, и мы можем в большей степени находиться в настоящем времени. Поэтому моя цель в данном случае – это помочь вам вернуться в настоящее время. Просто проэкспериментируйте с этим. Побудьте в настоящем времени и посмотрите, какие процессы вылазят. Можете их записать. А если, конечно же, что-то не получается или возникают какие-то вопросы, неполадки, вы можете ко мне обратиться. Я провожу бесплатную консультацию, которая помогает вам лучше осознать те процессы, которые запущены, и, конечно же, помочь их остановить, те, которые не нужны, а те, которые нужны, конечно же, оставить, чтобы они действовали во благо для вас и для всего вашего окружения. Вот таким вот образом. И когда вы обнаружите, что вы можете теперь сами запускать и останавливать процессы, это и будет тот результат, которого хотелось бы достигнуть и к которому я стремлюсь.
Если вам нужна какая-то консультация, пишите мне в личные сообщения в Вайбере, и я отвечу вам как можно быстрее. И, конечно же, ставьте нравится отметку этому видео, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и поделитесь этим видео со своими друзьями. А я желаю вам счастья, осознанности и всего наилучшего. До скорой встречи!